На сцене и будущие мамы, и мамы с детьми. Все вместе, вот такой дружной командой, они готовятся к финальному выступлению. Наши беременные удивят вас уникальностью спортивных номерах, хореографических номерах, презентуют свои умения, свои способности и докажут, что беременность не болезнь, а временное прекрасное состояние, в котором они самые прекрасные. Конкурс среди будущих мам проводится в 9-й раз и традиционно в День матери, который в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Выход на сцену для тех, кто готовится к прекрасному материнству, действительно праздник. Очень нравится, незабываемые впечатления от репетиции, фотосессии, очень всего много, насыщенная жизнь. И меньше быта стало, конечно же, что радует. Все очень нравится. В прошлом году победительницей конкурса «Я супермама» стала Кристина Соснова. В этом году она тоже выйдет на сцену, но уже не в качестве конкурсантки. В этом году мы уже пришли вместе с моим сыном выступать на конкурсе, поддерживать новых конкурсантов и участниц и показывать то, чему мы научились в течение этого года. Запланирована шоу-программа, флешмоб беременных, конкурсы и розыгрыши подарков для зрителей. Праздничное мероприятие и борьба за корону супермамы состоятся в Доме культуры Центральной района в воскресенье в 16 часов. Вход свободный. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.